24-26 ноября, записывайте в календариках, 24-26 ноября у нас будет вечеринка знакомств в замке. Ну, не вечеринка знакомств, это получается как выходные с кавалерами. Смысл в том, что я сняла большое огромное помещение, большой огромный замок, который замок, единственное, поведение не обещают. Вот, получается, первый этаж, там такие общественные поведения, и там моя будет спальня, как с кладовой, там с огромной кухней. А второй, третий этаж поделены на спальни. То есть в каких-то спальнях по две кровати, в каких-то спальнях по три кровати. Я еще раз план посмотрела. Подождите, даже вот могу вам план показать. Сейчас, секунду. Вот смотрите, это получается план... Подождите, это первый этаж. Да, это план первого этажа. То есть получается заходишь, сейчас так, чтобы всем было видно. Заходишь, то есть у нас такой вот холл посерединке. Вот, тут у нас получается два салона, в которых мы будем там настольные игры играть, какие-то занятия проводить. Здесь у нас получается как большая столовая, то есть мы здесь будем кушать вместе. Тут у нас, соответственно, вот это вот, а даже две спальни на первом этаже. Слушайте, наврала. Наврала, слушайте, обманула. Вот. То есть получается... А, нет, это кухня, вон, наврала. Вот это кухня, а вот это будет вот моя спальня. Поэтому кто себя будет плохо вести, я буду бухло запирать у себя и никому ничего не давать. То есть получается у нас кухня, столовая, и здесь, соответственно, у нас зальчики, где мы будем всякие мероприятия проводить. Дальше у нас два этажа. Два этажа. Я с этими схемами хожу, на них медитирую. Я бы сказала, мастурбирую, но я этими делами не занимаюсь. Вот он, получается, следующий этаж. Вот сюда вот пришла лесенка. Сюда пришла лесенка. И вот пошли спаленки, да. И в каждой спаленке есть душ, да, душ. То есть, получается, у нас туалетов более чем достаточно. То есть, получается, какая-то спаленка. Вот видите, здесь одна кроватка и две кроватки. Одна душек на всех. Тут получается, что вот на такая двухкомнатная номер. Тут тоже двухкомнатная, но тоже вот одна кроватка стоит. То есть получается, вот второй этаж поделен, тут нет, второй этаж вообще одни спальни, подождите. Не, наврала, это последний этаж, это третий. А на втором этаже тоже получается спаленки, по бокам вот они идут у нас спаленки, а посередине тоже такое помещение. То есть, в принципе, моя идея, что мы наполняем все наше пребывание какими-то тренингами, там, не знаю, йогами, танцами, настольными играми, какими-то играми, типа как я на вечеринках провожу, какими-то танчиками, мы готовим и так далее. То есть, в принципе, это вот наша программа. Естественно, конечно, я сяду, распишу, вы меня знаете, у меня все будет, все ходы записано. Вот. Но идея заключается в том, что каждый может поучаствовать столько, сколько может. То есть кто-то приходит только на день, например, если не может остаться на ночь. Кто-то берет все выходные, то есть и день проходит нашу всю программу, и на ночь с нами остается. Вот, и кто-то, может быть, там, в пятницу приедет, на субботу останется, уедет, в субботу останется, на воскресенье не останется. Получается, вот эти пакеты цен, они в зависимости от того, кто сколько может провести с нами время. Кто-то, может быть, с нами днем хочет находиться, а ночевать в замке среди толпы не хочется. Потому что, естественно, конечно, у нас будут там эти ля-ля-то-поля по вечерам с винишком сидеть, за жизнь болтать. Это естественно, потому что для этого мы и поехали туда, для того, чтобы общаться и болтать. Кому-то, может, это не надо. Он в 6 часов спать ложится и подскакивает в 3 часа утра. Поэтому те люди пойдут в отель. То есть замок, он именно заключается в том, что мы выходные находимся там, но я нахожусь там. Но все остальные участники могут приходить, уходить и проводить столько времени, сколько хотят. То есть такой вот свободный формат. Вот, я еще не решила, насколько нам нужны какие-то входящие специалисты, или мы своими силами справимся, какие-то занятия проведем, потому что я еще пока серьезно этими планами не занималась, но смысл именно такой. 24-26 ноября, поэтому если вы находитесь в Германии или можете находиться в Германии, то присоединяйтесь, из всего у нас именно ночевать у нас 40 мест, вот именно ночевать, оставаться, то есть днем можно сколько угодно, там получается всех минимум, но если оставаться, ночевать, то есть получается подешевле, чем в отеле, все-таки поприкольнее,
с другими людьми, с нами, со всеми, то получается у нас 40 мест спальных. На данный момент я, по-моему, 10 спальных мест уже продала. То есть, в принципе, потому что я не очень активно продаю еще, надо взять себя в руки. То есть, грубо говоря, 25% кровати я уже продала. Вот, поэтому, если кто-то из вас думает, планирует, присоединяйтесь, потому что я думаю, что ближе к вечеринке мест именно спальных в замке не останется. Доехать, один из вариантов я просчитывала, от Франкфурта аэропорт идет Интерсити поезд до станции, и от этой станции ходит автобус, который вот через полчаса будет в замке. Естественно, конечно, так как мальчики поедут тоже с разных сторон, будем спрашивать, будем просить, чтобы мальчики подхватили по дороге. Естественно, конечно, будем просить, чтобы со станции забирали. То есть логистикой мы будем заниматься. Самое главное, чтобы определились, кто ехали, чтобы все места были уже заняты. Тогда я спокойно расслаблю, что я хотя бы отобью ту аренду, которую я заплатила за этот замок, и, соответственно, буду заниматься программой. Поэтому, если у вас кто-то есть, в каком городе? Это земля Хессен, это получается примерно на одинаковом расстоянии от Касселя от Марбурга, то есть в этом районе. Объясню, почему я не дам точный адрес, потому что некоторые из вас волнительные, начнут туда названивать. Вот однозначно, что-то названивать с вопросами, брать ли постельное белье или есть ли там пуховые подушки. И, соответственно, замок может потерять терпение и нас оттуда выгнать. Какая возрастная категория подбирается? Мальчики 55+, будут, конечно. Город, где замок находится, я сказала, земля Хессен. Маршрут буду просчитывать с вами, потому что, естественно, как сказать, ну, гениальные дамы начнут туда звонить. Вот, это однозначно, а так как ребята с нами сотрудничают первый раз, вот еще напугаются и отменят нам это в последний момент, я все деньги потеряю. Так, побежали теперь по ситуации. Значит, к тем, кому про замок интересно, мне пишите, я вам тогда расскажу.